Всем привет, с вами Кабан, и в этой серии я хотел бы вам показать библиотеку и 100 зачарований. Зачаровать будем оружие и инструменты, которыми вы пользуетесь. Ну, зачарование вам принесет оружие мощнее, посильнее. Так, что же будем делать сейчас? Сейчас темно, ничего не будет видно. Ну, так. У меня одна такая проблема. То, что нет звука, и мне приходится звук делать через программу. Вот. Сейчас мы это возьмем инструмент. Это будет библиотека. И несколько оружий. В новой версии получится то, что зачаровывать можно не только оружие и инструменты, но и лук. В версии 1.0 релиз такого не было. Нельзя было зачаровывать лук. Вот. Так сказать, как у меня творческий, я не могу. У меня не показывает левел, я не знаю, какой левел у меня тут будет. Но. Зачаровать, пытаться пару оружий и все показать. В конце я вам покажу, как строится портал в ад. Вот, и как попасть в другой новый мир, чтобы заново все создавать. Вот. Лучше, конечно, порталы совмещать, их соединять в аду, чтобы не запутаться. Вскоре, если тут выйдет такой мод, который, может делать и выживание, и творческое, то я буду играть в нем, пользоваться этой программой. Вот, там сейчас. В общем, все. Всем спасибо. Вам приятного просмотра. И спасибо, что вы смотрите. Приятного просмотра. Вот. Место вы...
Еще можно.
На две с боку. Сюда. Сейчас мы долетим до него. Тут теперь есть. Oh.